Гісторыя ад першай асобы. У дзень ведаў прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка правёў адкрыты ўрок для студэнтаў і вучняў краіны. Мерапрыемства, якое прайшло ў Палацы Незалежнасці, транслировалася ва ўсіх адукацыйных установах рэспублікі. Акрамя таго, на прамой відэасувязі з кіраўніком дзяржавы знаходзіліся 5 вядучых рэгіянальных ВНУ Беларусі. У іх ліку Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы. Это очень отличительное начало учебного года по сравнению со всеми, которые были у нас до этого, потому что такой урок, который проводил президент для широкой аудитории, не для какого-то одного учебного заведения, а для такой широкой аудитории, это было впервые. Впервые была избрана такая очень важная тема, и в год исторической памяти это действительно было эмоционально, открыто, честно, с личными примерами. Символично означили купалусы, что открытый урок яны слухали у актовой зале, где кіраўнік державы сустракался со студентами трех прынёманских университетов у 2018 годе. Сёлета зварот Александра Лукашенко только у видеоформате знов адресовался молодым людям. А кроме того, президентский урок стал своеобразным майстер-классом для будущих педагогов. Глава государства провел на самом деле мастер-класс по структуре, по методике преподавания. И мне, как пока студенту, а уже будущему учителю, педагогу, который будет наставлять, воспитывать учащихся детей, это очень важно.